Здравствуйте! В эфире новости Смоленска АЭС, в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Сегодня и постоянно создаем образец не только для атомных станций для себя, но и для всего дивизиона. Смоленск АЭС успешно прошла проверку для подтверждения статуса лидер производственной системы Росатома. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну «Росэнергоатом» в целом по месяцу выработка 101,6%, по году 98,6%. О техническом состоянии Смоленска АЭС сообщил главный инженер предприятия. По работе первой и третьей энергоблоки суммарная нагрузка 2119 мегаватт. Второй блок находится в плановом текущем ремонте длительностью 10 суток. Событий, подлежащих сообщению в регулирующие органы, а также требующих расследования на станционном уровне, не было. Выработка электроэнергии за 6 дней февраля составила 255 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 13 миллионов. С начала года выработка составила 2,6 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 135 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленска АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленск АЭС состоялась развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы «Росатома». 16 представителей разных дивизионов во главе с заместителем генерального директора акционерного общества «Сибирский химический комбинат» Галиной Пантелеевой проанализировали достижения атомной станции в 5 направлениях – декомпозиция целей, ПСР-потоки, управление проектами и изменениями, мотивация, обучение. Итоги проверки, зафиксированные в меморандуме, в очередной раз подтверждают высокий уровень развития производственной системы «Росатома» на Смоленск АЭС. Для успешного движения вперед эксперты предложили свои рекомендации. Смоленская атомная станция представляет партнерам работу, которую персонал Смоленской атомной станции вел в течение предыдущего года. Партнерская проверка проводилась в рамках подтверждения статуса «Лидер ПСР», который Смоленск АЭС получила в начале 2016 года. Эксперты отметили успешность выполнения установленных показателей. Директор по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, принявший участие в проверке, подчеркнул, что Смоленск АЭС продолжает оставаться лидером в электроэнергетическом дивизионе. То, что увидел, говорит о том, что вы очень хорошо двигаетесь вперед. Ну, традиционная тема ремонта, она всегда была у вас, начиная с 2007 года еще. Замена технологических каналов, я помню, первый ПСР-проект Андрея Винальевича. Очень хорошие доклады по реакторному залу, по турбинному залу, да. Видим, как все это применимо с точки зрения выравнивания загрузки, оптимизации обходов. Значит, и очень применимая система оказывается и там. Мы еще были в спецпрачечной, тоже очень интересный проект, который мы начинали года три назад. Его сейчас смело можно тиражировать на все атомные станции. Эксперты выделили 25 лучших практик, которые целесообразно тиражировать на других предприятиях отрасли. Например, эффективно выстроена система постановки цели обучения. При анализе перемещений персонала при обходах используется трехмерная поэтажная планировка. Действуют цепочки помощи в решении проблем от уровня малой группы до инфоцентра директора предприятия. Основные направления нам задал форум, который прошел в декабре. Да? Ну а конкретику и мероприятия, так сказать, что делать, в значительной степени, я думаю, будут наполнены теми, значит, результатами, которые мы сегодня получили, теми мероприятиями, которые были сформированы в рамках меморандума. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей. До свидания.